Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» приехали в музей-заповедник Горки Ленинские в рамках всероссийской программы «Дерево. Памятник живой природы». Заявку на обследование сосны, растущей у главного здания старой усадьбы, подали неравнодушные посетители парка. Основная задача, которая стояла перед экспертами – определить ее возраст. Предположительно, эта сосна могла быть свидетельницей пребывания Ленина в усадьбе. Парк удивительный, и закладывался он не при Ленине и даже не при Зинаиде Григорьевне Морозовой, а при Александре Александровиче Писареве, который тоже был одним из владельцев усадьбы Горки. Специалисты провели визуальный осмотр и приборную диагностику состояния дерева. Детально обследовали крону и корневую систему. В процессе работы были определены такие параметры, как высота сосны и обхват ствола. Эксперты с помощью уникального прибора под названием резистограф заглянули в буквальном смысле внутрь дерева. С его помощью они измерили плотность и обследовали на наличие гнили древесины. Очень приятно сказать о том, что сосна находится практически в идеальном состоянии. У нее обнаружена была только одна всего лишь сухобочина на стволе. В кроне все в порядке. Прибор резистограф не выявил абсолютно никакой гнили, поэтому это одно из самых здоровых нами обследованных деревьев. А вот для определения возраста дерева специалисты используют еще один инструмент, который извлекает образец древесины в виде тонкого керна от коры до сердцевины. Крутили в ствол дерева возрастной бурал Преслера для определения возраста дерева. Сейчас с помощью специального экстрактора будем извлекать керн. Вот мы видим годичные кольца. Ранняя светлая древесина и поздняя темная древесина. Таким способом можно определить примерный возраст дерева, посчитав годичные кольца. Точный возраст определяется после более тщательного исследования в лабораторных условиях. Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Анциферов рассказывает, что в этом году программе «Деревья – памятники живой природы» исполняется уже 10 лет. За это время поступило почти 1000 заявок на исследование исторических деревьев в разных уголках России. По иронии судьбы, мы буквально 2 недели назад были в национальном парке Шушинский бор. Это знаменитые ленинские места, где есть шалаш, в котором он бывал. И там мы также обследовали сосну. Ее возраст мы уже определили. Оказалось, 125 лет. И то есть это подтверждает версию о том, что сосна ленинская. Образцы древесины будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз. На основании данных обследований специалисты составят полный отчет о состоянии дерева, а также подготовят рекомендации по уходу и правильному содержанию исторического растения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.